Сейчас потише сделаем. Вот так вот примерно. Здравствуйте. Сегодня у нас стрей. Сегодня у нас игра про котиков. Вот, видишь, сидит такой забив жесткий. Ну, давайте начать игру, короче. Полетели. Полетели он какой-то там, наверное. Вон там. Мрачная игра. Наверное, хоррорец. Я просто увидел, что она хайпует жестко. И думаю, надо записывать. Вот, привет. Тоже здрасте. Ля, какой забивной. О, у меня тоже такой есть кот. О, это, наверное, мы. Ну, всем, короче, здравствуйте. Всем привет. Сегодня мы обзор на кошачью шерсть. Она очень гладкая и, ну, короче, всем привет. А, это типа... Ого. Ой, как миленько. Я могу, типа, просто упасть. Наш кот, получается, не dead inside. Грустно. Их всех в кучу. Теперь давайте поспим все. Я тоже посплю. Вот, все. Подремаю, значит, со всеми вместе. Внутри стен. Какие-то иероглифы. Вы нормальные. Ага. Бежать левый shift, прыгать space. Ну, я так и понял, да? Взаимодействовать Q, мяукать левый alt, использовать E, tab, меню, фонарь. Фонарь? Дефлюксор? Сюда, быря, народ. Ой-ой-ой, сейчас подожди. Господи, что это? А, все, погнали, нам надо проходить игру. И чё, куда мы? Пацаны, реально сюда, ого. 95-м заправляемся, получается. Ля, вы посмотрите на это. Я реально какой-то паркурист, а не кот. Вау. Ну, предчувствие, что мы здесь ляпнемся хорошо, это есть такое. Так, первый прыгнул отлично, второй. Ой, слушай. Не советую, честно. Это будет... Ну, ты сам понимаешь, что труба в зависимости от... Все, пацаны, в канавочку, значит. Я реально в какой-то канализации, и мне здесь очень нравится. Где вы там, мой народ? Все, побежали. Все, мы, пацаны, как настоящий моторный я двигатель, понятно? Что мне тут делать в вашем мертвом городе? Люди сдохнут, что ли? Моим людям, которые только что зашли на мой канал, нужно подписываться на канал прям же сейчас же. Видели? Даже камера говорит. Стоять, что это? Тут бомж валяется. Ну, робот. Робот-бомж. Ну, help. Баннер сломался. Ну, пацаны, надо чинить. Да я вообще паркурист. Рожден для паркура, я так понял. Написано follow me. То есть подпишись на меня, пацаны. Ну, мяу? Правильно, видите? Надо подписываться. Ай, пацаны, я походу тупой. Follow me — это вроде ходить за мной. Намек ясен. Полетели. Берем ведро. И... Ведро сюда. Кот рожден для деактивирования вентилятора. Ну вот так вот. А, нормально? Я кот. Мне... Я уже не знаю, сколько мне лет, но я спускаю банки с крыш, чтобы они упали кому-то на голову. До конца. Посмотри, смотри, как я могу. Опа. Опа. Короче, нам надо обязательно поцарапать ковер. Смотрим. Ведро. И вниз. Запрыгиваем на ведро, опускаемся вниз. Да ну, это же гениально. Робот лежит. Опа, привет. Слышишь? А я не понял. А вы тоже, когда видите робота наполовину живого, вы его, короче, бабахаете лапой, и он отрубается, да? Ладно, все. Нас ждет дальше какое-то приключение, сохранение. И нас ждет вот такие вот какие-то поцики, которые только что пробежали. А, ну-ну-ну, давайте. Сцена какая-то, значит, будет что-то классное. А я хотел сюда идти к ним? Скажи, пожалуйста, там еще один был проход, а? Здесь куча... Блин... Походу, сейчас что-то будет. В смысле, что, левый shift бежать? Побежали. Фу. О, господи. Нет, беги, беги. Нет, ого. Вот это вас, конечно, поцики. А, давай, 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 давай. Все, сдох. Сейчас еще одна гоночка, и мы с ними разберемся, ясненько. Встать от меня. Вирусники типичные, коронавирусы. Отвалите. Ё-моё. Ага. Я их скамлю на деньги. Полетели. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Поцаки, шо? Не напали, да? Ну да. С вами кот. Блин. Так. Отпадай. А, я на пробел жал. Простите. Ну, с третьей каточки мы их положим. Так, побежали. Смотрите. Смотрите, как я ищу. Опа. Оп. Оп. Опа. 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 Переиграл и уничтожил, на. Бегаем сюда, опа. Оп, он прыгал туда, а я его сюда, на.
Пацаны, хорошего вечера. Оп. Па-па-па-па-па-па-па-па. Так, нет плохого вечера. Нет плохого вечера, плохого вечера. Battle, трэш, котики. Погнали, смотрите. Все, сейчас я их положу в халат. Опа. Опа-на. Да, заскамил их на денежки, только так. Побежали дальше. Что, прыгнул? Ля-л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 я. Ха-ха-ха-ха! Я еще держусь! Нет! Нет! Не бегу! Куда? 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 Сюда! Сюда! По-любому, давай! Да беги! Ля их! Целая армия! Я один! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Побежали, побежали! А, да, все. Победа, ясненько. Бар? Реально бар. Да хоть стиралку запрыгнем, чё ты? Может, эту бочку надо куда-то подкатить? Или... О, ага. Запрыгиваем. Опа-на. Здорово, народ. А, вот это реально паркур, пацаны. Не то, что вы играете. Ё! Опять падаем куда? А, нет. Всё нормально. Ага, смотрите, нам надо еще выше залезть. Спускаем вот эту... палку. Это челлендж, не упади вниз за кота. О, четко. Я вообще хочу сюда идти. Получается нам вот в этот проем. Квартира. Ага. Нужна помощь. Да, купите мне, значит, вискоса и пепси-колы, вот. Для скачивания требуется тело. Какое тело? Мое, что ли? Принесите мне вискоса. Вискоса нам не будет, ладно. Нам, короче, все эти четыре надо чем-то забабахать. Погнали. Ага, стоять. Отсоединяется какая-то штука. Просто стоял себе шкаф с книгами, взял, уехал здесь по тайной проход. Я в шоке, как так вообще происходит? Робот VR гулял, так что аж сдох. Интересненько, а что это у нас такое? А ну. Интересненько, и что это за механизм получается? О, это будет мой друг. Да, это мой друг, все, друг-робот. Его будут звать Вася, вот. Это Вася, B12, значит. Жесткий мужик, умеет летать. Ну, все, что надо для мужчины есть. Все, Васек. А, ему типа нравится, что его я бабахаю, короче, жестко. Хм, да, интересно. Сработало, я свободен, спасибо. В смысле, ты мой Васек. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повержена. Тебя зовут Вася. Этот ключ отпирает дверь. Тебе придется это надеть, давай. Ого! Знаешь, спинку немного давит вот так вот, а так все норм вообще. О-моё, а бегать как ты подумал вообще? Этот рюкзак работает для таких маленьких четвероногих, как мне теперь неудобно ходить. Не переживай, привыкнешь. А тем этим бобрикам из Half-Life показать можно? Они его там не сожрут? Опа-на! А вот это классно. Ух ты, довольно классная, кстати, штука. Давайте пароль от моего телефона впишем. А, не, не получится. Все типа такие, почему? Ну, потому что он графический ключ, там такого нету. Эге, не видно получается, да? 3, 7, 4, 8. 3, 7, 4, 8. Ух ты, ну и местечко. Я могу даже сейчас включить фонарик, реально, он будет светить, куда... А что это за штуки такие, скажи? Ля. А, кстати, отсылочка на Украин. Ну, бывает. Outside. Наша Украина это outside? Вы что, серьезно? А что такое outside? А, вот то outside, а вот это Украин. Безопасная зона. Да ну, серьезно, погнали. Вот, это безопасная зона, по-вашему? Вы реально сейчас? Вы гоните? Может, ну... Ля! Безопасная зона, да? Давай, выпрыгиваем и побежали дальше. А, сюда просто по трубе. А, ну все, мы от них избавились. Ну, отлично. Робот, привет. Что он включил? А, они все меня боятся. Я обычная кошка с рюкзаком B12. Бомж. Ха-ха, смешно. Ты серьезно сейчас? Почему все боятся всех? Я не понимаю. Кроме вот этого робота. Самый нормальный поцик вообще в земле. Ага. Ясенка.
Кажется, у них свой язык. Ты не зорг? Мы не знакомы с такими, как ты. Добро пожаловать в наш поселок. Только, пожалуйста, не ешь никого. Ага, ну да, как раз собирался съесть тебя. Там цифры, время, 9. Привет, я. Ты нас так напугал, мы подумали, что ты зурк. Ох, как красиво. Ты, походу, XP, пацан. Я никогда не видел, чтобы эта штука работала, а мне завтра исполнится 374. Прекрасная мечта, как жаль, что это всего лишь мечта. А, пожалуйста, не первую мою медитацию с странными изображениями. Зачем туда подниматься? Там ничего нету. Кажется, у мамы есть несколько таких же фотографий, ты ему показывал? Короче, мы должны починить лифт, я так понял. А, вот этому поцику? Ё-моё. О, фотография аутсайда, какая нелепость. Уйти отсюда невозможно, ну кроме аутсайдеров. Звучит как... Ну, очень звучит классно. Вот здесь он живет, Момо. Знаете, люди, которым больше 4 лет, и они смотрят сейчас мои видео, они знают, почему я туда не хочу идти. Потому что Момо это капец просто вообще... Я в шоке. Стоит ли туда идти? Давайте. Привет, я музыкант, но у меня нет песен. Он, кстати, сломался, у него с экраном что-то не то вообще. Починить ему дисплей. А что это я за пакет вообще, я не понял. Это когда ты чисто, ну просто пакет и все. Я лечу, ведь я пакетик. Я на работу не пойду, ведь я пакетик. Ну я пока не знаю пароля, поэтому прости. А типа классно, ну что захотел. И вот тебе взять энергичный напиток Speed 2X. Значит, если сегодня это вчерашнее завтра, то завтра будет вчерашнее сегодня. Ага, а он бабахнулся. Дизайнер бабуля. Я очень люблю вязать. Я уже связала шарфов на... Ага, классно. Так, чтобы занять время. О, познакомиться, давай. Бабушка шила мне эту одежду. Довольно стильно, не так ли? Ходят слухи, что меняльщик ищет что-то подобное. Меняльщик? Меняльщик, прачечная, суперсприт, дизайнер, бабушка, программист Элиот. Я запутался, где этот чел? Надо убрать какую-то краску. Этими ребятами лучше перестать гонять ведра с краской, иначе классно. Краску, короче, кидали. Блин, я понял. Мы все кидали на эту, на какую-то аутсайд. Зачем пытаться его найти? Нам и здесь хорошо. Можешь подсказать, где этот миньяльщик находится? Там пишут, что он где-то тут, но я его нигде не вижу. Пожалуйста, не веди себя как маленький ребенок. Я не причина тебе вреда. Кто-то мне скажет, где миньяльщик находится, или его там как зовут, вообще не понял. Хороший, я ухожу за растениями, мало света. Это тот, что мы по кругу ходим. Еще одна фотография аутсайда. Убирайся отсюда с этим фейком, это все ерунда. Кто-то вообще хочет пить, я не понимаю. Давайте к программисту сгоняем туда. Стучите в дверь и ждите, пока он вам откроет. Тебе нужен Элиот? Он там. А, все, я понял, кому это дать, окей. Да, чем могу помочь? Что это, пляж? Никогда не слышала об этом. Хочешь, я прочитаю этот двоичный код. Секунду, мне нужно откалибровать мои линзы. Это значит, баб дефер страна. Бар баб дуфер. А если я сейчас при нем прям вот так вот сделаю? То есть вообще все равно, да? Не, пацан классный. Весь в компьютере, в доту походу играет. Сейчас проверим, подождите. А, ну да, Рил, это дота.